Мне кажется, Кремль является национальным достоянием всей России, не только Москвы, но и всей России. И если Россия приобретет еще один исторический памятник для общественного доступа, мне кажется, это будет только в плюс и имиджу России, и в целом для того, чтобы лучше изучить историю жителям России. То, что как этническая грузинка, наверное, я должна поддержать, мне должно что-то ёкнуть в сердце, что здание, построенное Сталиным, будет разрушено, но мне кажется, столько злодеяний совершено в те времена, и столько монастырей, и столько храмов разрушено, что если сейчас происходит какой-то некий созидательный процесс, да, если эти храмы или то, что на их месте сейчас построено, они будут то есть там будут опять построены храмы, мне кажется, это будет только во благо.